Следующая композиция. Да ну что ж, Гуляна! Ну что, здорово у вас получается. В программу я приехал с моей бабушкой. Я знаю, ты приехал с Татьяной Петровной. Татьяна Петровна обожает Валеру Семина. Да? Да. Да. Поэтому... Татьяна Петровна, вы где, дорогая? Здравствуйте, Алюшка. Здрасте. Мы приехали с внуком Сашеньки, со своим настряпали вам пирогов. Он же любит у меня стряпать. Думал продать, а не получилось. Сейчас мы как раз их и будем презентовать. Видите пирожок, вкусный. А это с чем? А с чем? Чем пирожки? С мясом, сладкие, с капустой. Я сладенький возьму, конечно. А что с внуком-то, скажите, вместе поете, вместе... С внуком мы и песни поем, и частушки поем. Частушки? Да. Сейчас Валера нам сыграет. Про гармониста давай так. Погоди, Володенька, я еще молоденька. Приходи, погода... Вот, забылась. Давай еще раз. Гармонист. Пошла плясать бабка Пелагея. Впереди шуру-буру, за ней батарея. Гармонист, гармонист, хорошо играешь. Почему ты, гармонист, с нами не гуляешь? Глеб Жеглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зля. Глеб Жеглов и Володя Шарапов ловят банду и главаря. Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь. Хлеба нет, а полно куталина. Да глумится, как ты главарь. Атас, веселей рабочий класс. Атас, танцуйте, мальчики, любите девочек. Атас, радует нынче нас. Малина, ягода, атас. Я тебе, наш юный друг. Если Вика, вы откроете, это идет просто аромат такой. Это то, что все медведи, вот эти да, местные. Да, это медведи. Ягода малина, лето в гости звала. Как зеркалети, листья на рассвете. Огромная сладкая малина была. Так, идем дальше. Так, человек уже нарушил всю природу, и потому... И уже стали и медведи выходить к людям. Вот так. Так что... Ну, на медведя так. Я, друзья, на медведя я, друзья, выйду без испуга, если с другом буду я.